Всем привет, друзья, с вами Фокс Малдер. На часах 1:30, значит, пришло время Silent Hill 2. В прошлой серии мы с вами нашли здесь, в этой комнатке, какие-то часы непонятные с загадкой. Но нам нужно найти... нам надо найти ключ, по-моему, от часов, чтобы их отпереть, добраться до стрелок. Так, телек у нас не показывает? Севка АвтоВ, блин. Так, замочек сломан. Сейчас, секунду. Надо выбираться отсюда, проверить еще. Там у нас есть комнатушки. А что не открывается дырка-то? Не понял. А, блядь, тут тупик. Вот что нам делать с этим тупиком? Я так и не... Может быть, распилить его получится, нет? Нет, не получается. Значится. Так, мы на каком этаже-то? На втором? Если мне память не изменяет. Стоять, а какой этаж-то? Гостиница «Лесная долина». Только написано, да? Третий этаж, значит, это второй все-таки. Да, сейчас мы с вами тогда пройдем на третий этаж. Это нам надо будет вернуться назад. На лесенку. Поехали. Где тут лестница-то у нас? Бляха-муха, сраная камера. Как напрягает немного все-таки вот это вот. А что там? О, опять, блядь, камера с ним сменилась. Давай, Паш, пойдем, чувак. Что там на стене было написано? Я что-то не разглядел. Ты так и будешь, что ли? Где я? Господи, блядь. Это лестница у нас. А, нет, это комнатушка. Это комнатушка с мусоркой. В которой что-то это самое лежит. Это мусоропровод. Какой-то странный мусор застрял в трубе. Да. Обычная стиральная машина. Ничего интересного. Хорошо. Свет бы, бляха, включить еще. Вот что мне... Очень хочется сделать. Да, вот, кстати, лестница наша, которую мы ищем. Пойдемте на третий этажик. Сходим. Кстати, ребят, кто смотрит серии, если я что-то пропускаю, там, или тупить начинаю, там, можете что-нибудь написать, подсказать, там еще что-то. Только не пишите, скажем так, то, что будет там потом по сюжету, еще что-то. Не хочется самому все пройти. На всю эту игруху. Погоди, куда ты глядишь-то? Ключ. По ту сторону решетки на полу лежит ключ. Если я протяну руку, то смогу его достать. Слушайте, если я сейчас протяну руку, наверняка меня кто-то схватит. Даже не знаю. Ну давайте протянем руку. Блин, ё-моё. Ты хоть смотри, чувак. Сейчас кто-нибудь действительно тебя за руку-то ухватит. Ох, блядь, ёб твою мать. Кто ты, на? Девчонка? Ха-ха, эй, постой. Проклятие. Девчонка? Откуда девчонка-то взялась? Как бы я ни тянулся, я не смогу его достать. Но кто этот ребенок? Действительно, кто этот ребенок? Тем более в таком месте. Непонятно. Гостиница явно заброшенная. Странно. Странно пока что. Не то что странно, это как бы нереально даже. Здесь у нас две комнатенки. Да, две комнатенки. Еще какой-то есть проход впереди, судя по всему. Ну ладно, пойдемте. Так, замок сломан. Хорошо. А где же нам ключ-то от этих часов найти? Я что-то даже не представляю, если честно. О, комната открыта. Ну тут... Опа. Пистолет, блядь! Пистолет, ребята! Наконец-то, это что такое? Вся стена в отверстиях от пуль. Так, тоже закрыто. Пистолет. Коробочки. Вот эти что за коробочки? В них что-нибудь есть, блядь?
Так, это мы поняли, что вся стена от пули. А пули-то где еще нам взять? У нас есть там сколько-то, но наверняка мало. Так, нет. Закрыто. Блин, еще плюс чего ночью играть? Я почему на ночь переключился? Я обычно утром все записываю. Игрушка темная. Днем, мне кажется, не так все было бы видно хорошо. Что? Так, вся стена в отверстиях от пуль. От пуль. Мне, конечно, это очень любопытно. Вон тут и гильзы валяются. Или это окурки, или, блядь. Гильзы. Нет, похоже, вроде бы все-таки на гильзы. Ну-ка, карта. Карта. Так, проход здесь все-таки есть. Есть. Но двери все закрыты. У нас есть еще одна дверка в коридоре. Опа. Вон, там что-то лежит же, нет? Нет. Странно, блядь. Ну ладно, пойдемте отсюда. Вот тут еще... Что? Комнатушка. Вот это открывается? Нет, не открывается. Надо еще нам проверить, как пистолет-то вообще действует. В плане том, что тут есть автоприцеливание какое-нибудь. Ну, я думаю, есть. В Silent Hill в предыдущем. Было же. В первом имеется в виду, это я помню точно. Закрыто. Ну, нам явно на улицу не надо выходить, я так полагаю. Опа. Опа-на. Где? Сука, я слышу, кто-то шумит, на. Впереди, что ли, ты? Нет. Нет. Где ты, это самое... Вот здесь, а где? Что происходит, блядь? Сука, я что-то очковать немного начинаю. Пошли вы нахуй. А, вон, смотри, кто-то идет. Здесь, судя по карте, где-то есть еще проход на третий этаж. Вот тут вот, ну-ка. Это третий этаж, правильно? Правильно. Если мы его со вторым сравним. А, здесь тоже заблочено. А на первом? А на первом эта лестница разблочена. Вроде как. Или нет? А, на первом дверь-то закрыта, блядь. Спокуха. Сейчас мы все решим. На втором разблочена вот эта лестница. Так, мы можем спуститься на первый этаж к этим комнатенкам, судя по всему. И по этой же лестнице подняться на... Третий. Слушайте, бляха-муха, вот это все запутано, конечно. Значит, нам надо на второй вернуться. Где я-то, блядь? Я на третьем, блядь. Да, на второй этаж нам надо вернуться и к лестнице пробежать. Где? Я же видел, вон кто-то впереди ходит. Я тебе точно же, блядь, я же не слепой. Уж не совсем, по крайней мере. Погнали на второй этаж. Старая добрая пила с нами. Блин, надо было пистолет-то нам попробовать. Вот, второй этаж. Нам налево, да? Я так понимаю. Ну-ка, карта. Напиздел. Направо. Направо. Пойдем. Чувачок. Здесь что? Ёб твою мать. Что это было? Какой-то шум к северу отсюда. Какой-то шум к северу отсюда. Здесь мы были. А, стоять. Подождите, а 203-я комната-то еще не обследована. Ну-ка. Вот тут-то. Ага, все. Обследовали. Обследовали комнатенку. Лестница. Нам надо до лестницы добежать. Где у нас эта лестница? Чудесница. В самом конце. Понятно. Здесь у нас коридор. Ну-ка, выходи на лестницу, чувачок. Блядь, да ладно! Я не могу открыть эту дверь. Как не могу? Бляха-муха. Ну давай, открывай. Может, распилить ее нахуй все? Нет, не пилится. Странно, блядь. Случился затуп. Как... Чего я и боялся, собственно. Здесь все закрыто. А здесь... Ну-ка. Здесь тоже все закрыто. Здесь на третьем... Четвертого этажа нету, да?
Так, стоять. Это не то. Это карта. Это первый этаж. Второй. Второй этаж. А где ж нам ключ-то найти, блядь? От этих часов. Наверняка какая-то подсказка там есть. Часы у нас здесь, на втором этаже. 210-я комната. 208-я комната. Странно, блядь. Ну, давайте зайдем вот сюда вот еще. Она у нас открытая. Может, что-то мы не доглядели. Может, еще что-то. Может, где-то ключ-то валяется. Так, тут нет ничего. Тут нету ни хрена. Этого мы чувака загасили. Подожди-ка, а здесь-то мы не были, что ли? В ваннах-то. Или... Нет, вроде бы были. Вроде бы были. А, ну-ка. Это что такое? Картина какая-то. Нет, здесь тоже были. Тут шкаф просто, и все, больше нет ничего. Может, на стенах, конечно, что-нибудь написано, но вряд ли. Чувачок бы наверняка наш посмотрел в ту сторону, где что-то лежало бы. Так. Ладно. Ладно. Нету ничего. Хорошо. Может быть, блядь, действительно нам добежать до той комнаты с часами? Что-то пока не понимаю, честно сказать, что делать. Где-то надо искать ключ. А где, блядь? Его нету нигде. К северу, он сказал, отсюда. Какой-то шум-то, да, у нас появился. К северу. Ну, в общем-то, мы тут мы идем на север. Как раз. Так, тут закрыто. Может быть, как раз что-нибудь в этой комнате. Опа-на. Блять, ты кто нахуй? Ну-ка, нахуй, заводи, блять. Пилочку-то на. А че у нее на башке-то, блять? Ебать тот рот. А он же светится, смотри-ка на. Вот ты псина, блядь. Шелудивая. Здесь что такое? Шум. Шум и музыка. Опа-на. Вот это поворот, блядь. Мужик включил телек. Сидит и пялится в него. Че это? Кто это такой вообще? Ну-ка. Это я, что ли, типа того? О, боже. Кто мог? А чё, кто мог-то, блядь? Он мертв. Кто мог такое сделать? Так чё, кто мог-то, блядь? Кто мог? Хуй её знает, кто мог. О, вот, блядь, ключ же лежит, сука. Я взял ключ от квартиры 202. 202, отлично. Выключи телек, блядь, заебал шипеть, нахуй. 202. А где у нас... Слушай, его, по-моему, не было. По крайней мере, я не помню. 202 это у нас... А, да, на этом же этаже. Слава богу. Бегать не придется. А что это за мужик? Кто ты такой? Ну, эту загадку-то с часами мы будем потом решать, я так полагаю. Комната 202. Вот 2:20 и 15 секунд. Так. Угу. Нам надо ключик от них найти. Хорошо. Что это за чувак? Ну-ка, давайте-ка вспомним. Мы встречали, по-моему, лишь только бабу на кладбище. Все? Чувачок ушел. Ага. Бабу на кладбище мы видели с вами. И вроде бы больше никого. Ну-ка, пойдемте-ка мы в комнату 202. Радио пока не работает, так что... 202. А это что такое тут? Что там, в дверь что-то воткнуто? Или нет? Или мне мерещится? На... Дальше, что ли? Да, следующая комнатушка. Комната 202. Угу.
Ключ мы использовали. Отлично. Радио не шумит. Значит, тут нет никого. А, это что такое? Клетка, что ли, какая? Да, какие-то клетки. В клетке ничего нет. В клетке... Это что? А, это я на стекло наступаю. Ну, это стекляшки. Блять, что это за говно? Мыши летучие. Смотри-ка. Да много. Я надеюсь, они нас не едят. Никоим образом. Здесь что? Да съебитесь отсюда, нахуй. А, тут это... Погоди. Ну-ка, это... Ну-ка, нахуй. Да чё ты, блядь, рабицу-то, эту сетку? Распилили бы мы пилы, как нихуй делать. Замок сломан. Мыши. А чё мыши-то? Мыши, блядь, так и будут нас преследовать? Это какая-то спальня? Охренеть, блядь. А, или бабочки. Вон бабочка валяется. Это чё за хуйня? Я слишком темно, чтобы сказать точно, но мне кажется, с другой стороны и этой дыры что-то есть. Проверить? Бляха-муха, ну-ка пизду. Знаете, что сделаем? Сейчас сохранимся. У нас же версия такая. New Edition. Сохраняться, кто не помнит, можно в любой момент. Записать, да. Проверка жесткого диска. Давайте вот тут вот сохранимся. Да. И проверим. Сейчас кто-нибудь за рожу в рожу вцепится, да? О, блядь. Чё там за хуйня такая? Кто там? Чувак, я бы на твоем месте не делал бы этого. Я понимаю, что ты по моему приказу работаешь, но... О, ключ от часов мы взяли, отлично. Ключ от часов, все? Что там такое? Что он там видит? В дыре больше ничего нет. А звук откуда идет? Вот бабочка валяется. А тело мертвой бабочки, ничего интересного. Тело, блядь. Тело мертвой бабочки. Тут дверка какая-то есть, нет? Видимо, какой-то... А, это не клетки, может быть, это типа какие-то аквариумы для бабочек, блядь. Чувак, видимо, очень любил разводить их или что? Ну, вот, судя по тому, что вокруг нас летает, это больше на летучих мышей, конечно, похоже, но не на бабочек. Что-то тут какие-то несостыковки, ну-ка, здесь что такое у нас? Опа, какая-то бутылочка. А лечебный напиток, замечательно. Больше нет ничего? Нет, вроде бы. Ну ладно, нет так нет. Отлично, нашли мы ключик от часов, наконец-то. Ключик от часов, ключик от часов. Вот куда нам, сюда? Да, нам надо... В проходик вот в этот вот, к часам. Жутковато, конечно, так вот быстро бегать. С опаской я это делаю, если честно. Именно бегу. Я бы вот пешком бы лучше ходил. Надежнее было бы. Книжка. Давайте-ка решим. Это что такое? Дверка. Ага. Я думал, почему-то она в крови, что ли. Это за... Так. Стоят три стрелки на разной высоте. У всех трех есть различия в длине и толщине. Кто медленно, кто быстро. Направо шли они. Скотт замер на числе 15, а не 3. Блять, хоть блокнотик доставай. Ну-ка нахуй, сейчас запишем. Так, 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 так. Сейчас я оторву листочек. Скотт. На 15, а не на тройке. Так. Скотт замер на 15, а не на 3. Это вся загадка, что ли, типа того? Направо шли они. Скотт замер на числе 15, а не 3. Скотт. Хорошо. Там имена, кстати, какие-то есть. Написаны.
комнатушке. Вот это что такое? Скот. Ну, раньше так, я вот помню, рост мерили. То есть скот самый маленький, да? Часовая, что ли, стрелка у нас выходит самая маленькая. А здесь что написано? На часах есть надпись. Шрамы прошлого устранят гвоздь, останавливающий время. А, часы-то у нас не сдвигаются, господи, блядь. Вот, ну-ка, скот. Секундная стрелка. Скот на 15. Блять. Скот на 15. Часы остановились 2:20. А, ну-ка. А что такое-то? У меня ключ же есть. А, сука, надо. Ай, блять, не то. Ключик, вот, ключ от часов. Использовать. Ага. Ну-ка. Опа. А что делать-то, блядь? А секунду на 15. Скот замер на 15, а не на 3. На 15, блядь. 15 часов это 3 часа. Вроде бы, не? Ну, бля, я... А. И чё? Ну, я... Никак? Нет. Никак. Так. Чарли, Милдред и Скотт. Скотт замер на 15, а не на 3. Блять, интересно, сука, конечно. Что за загадочка? Тут больше никаких. Нет надписей-то. Может быть, поискать? Может, что-то мы пропустили? Скот замер на 15. Ну-ка, вот здесь вот в кухонке-то нет ничего? Слушайте, нет тут ничего. Только вот эта книжка. Только книжка. Стоят три стрелки на разной высоте. У всех есть различия в длине и толщине. Кто медленно, кто быстро, направо шли они. Скот замер на числе 15, а не 3. Блять. 15, а не 3. На разной высоте. Скот. Так, стоп. Скот замер на 15. Скот, значит, у нас секундная выходит, так я понимаю. Секундная стрелка. Это скот. Там Чарли, Милдред. Это, соответственно, я так полагаю. Чарли. Самый высокий. А, блять, вот тут что-то ведь нарисовано, что ли? Ну-ка. Что это? Тут что тут показано, блядь? Стрелка-то, ёпты, блядь. А чё я туплю-то на? Скотт это 15. Милдред. И Чарли. То есть что-то... То есть 15... А, нет. 9. 9 с чем-то, блять, короче. 9-10, что ли? Ага, ну-ка. 9-10. Ну-ка, давай, 9. Или 9-0-5. Ну, точно 9, блять, какая-то стрелка должна быть. Опа, отлично. Есть, что-то сработало. Блять, сука, еще помню, как все эти загадочки странные решать. А, часы сейчас сдвинутся, что-то нам дадут. Так.
Ну-ка, давай, сдвигай. Все, есть. Это проход какой-то? Или что? Да, проход. Охренеть, блядь. Бля, классная игрушка-то на самом деле. Так, это мы находимся в соседней комнатушке, я так понимаю, да? Да, комната 209. А, как раз мы сейчас и выйдем к лестнице, которая нас или на первый этаж приведет, или на третий. Замок закрыт. Сломан, видать. Так. Так. Ну-ка, подожди-ка. А, сломан, да. Написано даже сломан. Тут две двери-то, блядь. А почему две? Ну-ка. Ага. Ну ладно, пойдемте в соседнее помещенце сходим. Че тут такое? Тут комнатка-то попросторней будет. Ну-ка еще. Это у нас куда дверка идет? А, да никуда она не ведет. Ну вот это вот на выход, судя по всему. Блять, да камеры, повернись ты, еб твою мать. Листок с сохранением. Ну, судя по всему, если листок есть, значит, тут никаких монстров не будет. Он, кстати, что-то типа лечилки. Лечебный напиток. А где мне здоровье-то вообще? Как мне? Статус, блядь, снаряжение, команда. Статус. Че у меня вот по статусу, блядь? Ну-ка, если вот съесть напиток, блядь. Ага, вот что-то статусное. Чё-то картинка позеленей. Стало. Ну ладно. Там в Резиденте-то, когда главному герою хреновенько становится. Там, если за бабу играешь, она там или за мужика чуть ползает уже. А тут нет, так. Блять, тоже закрыто, сука. Ну, видимо, да. Мы тут разгадали эту загадку лишь для того, чтобы в коридор выйти. Все, тут нет ничего больше такого. Да, так и есть. Коридорчик. Вот если направо, это, я так полагаю, мы к решетке... Да, к решетке пришли. С другой стороны. Камеру поменять мне бы хотелось. Немножко. Вот, в общем-то, и лестница. Лесенка, лесенка. Лесенка, чудесенка. Блять. Ну-ка, карта. Карта, это мы сейчас сможем... спуститься. И на первый этаж можем спуститься. Тут очень много комнатушек всяких. А, и на третий, я так полагаю, да? Ну да. И на третьем этаже очень, в общем-то, до хрена всяких комнатушек. Ну что, я не знаю, пойдемте на третий сходим, что ли. Там только комнаты, больше нет ничего. Ой, тихо. Давайте наверх действительно пойдем. Сейчас там обежим все комнатушки. Какие открыты, какие закрыты. Чувак куда-то смотрит. Что это такое? Патроны, блядь. Гляди-ка. Отлично. Сколько у меня патрончиков-то уже? 10 пистолетей, 40 в запасе. Но мы пока с пилой походим. С пилой. Так, я тут свои записи-то нахуй уберу, пока не нужны. И свет выключу, чтобы достичь максимального эффекта от игры. Закрыто. Закрыто. Так, я давайте, знаете, что сделаю? Сохранюсь обязательно. Обязательно. Ну-ка. Тоже закрыто. Сломан. Типа того, сломан. Опа. А кто здесь в комнате? Блядский рот, нахуй! Что происходит? Кто? Что это? Ёбаный рот. А я этого чувака с пирамидой на башке-то видел же. На картинках, на. Пирамида головой, блядь, его зовут. Точно. И в кино он, по-моему, был, блядь. Я кино смотрел, правда, давным-давно. И то один раз. В фильме.
Что происходит? Что он тут с ними делает? Обалдеть. Он меня, надеюсь, не заметил? Или это не пирамиды головы, блядь? Хотя похож вроде. Что мне с ним делать? Пилой может его ёбнуть? О, а чё, маску снимает, что ли? Хер его знает, хер поймешь, блядь. Куда? Что мне тут делать-то, блядь? Это что такое? Опа! Ага. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. И чё? Типа он съебался, что ли? Да, гляди-ка. То есть несколько патронов его отпугивают. А пилой, если его заебенить? Пилой-то наверняка... Пилот наверняка мощнее. Это, знаете, мне что напоминает? В третьем резиденте, там Немезис, когда нападал вот этот тот чувачок громадный. Его убить-то нельзя было. Там его... На стене висит картина, похожая на местный пейзаж. Его убить-то нельзя было. Скажем так, несколько пуль. Несколько, а достаточно много пуль в него всадить надо, и он убегает. А на стене висит картина, какой-то странный пейзаж. Странный, блядь. Да тут все странное, нахуй. Ты еще, чувак. Так, ну это закрыто. Это... Вот что это такое? Что это за ноги, блядь? Кто-то? Нет. Да это похоже просто на манекены какие-то, блядь. Че вот это за ящик какой-то? Хер просышь. Все? Здесь закрыто, да? Да, это мы с вами проверяли. Проверка. Проверочка была. В шкафу, в котором мы прятали. Тут что-то есть. Ключ, блядь! Что такое ключ двора? Опа-на. Чуть ключ не проебал, а? Ё-моё, вот бы сейчас искали. Я бы его не заметил, честно сказать. Чувак наш башку повернул в сторону ключика. Ключ двора. Ключ двора. Подожди-ка. Подожди. А, ну тут все закрыто, да. Вот в эту комнатушку мы попали. 306-я. 306-я комнатушка. Там что-то ходит, блядь, кто-то. Опять в этой комнате... А, тут замуровано. Замуровали демоны, блядь. Так. Сюда. Сюда. 303-я. Давайте начнем с этой вот. С 303-я. А что такое? Где? Заводи пилу, нахуй. Заводи пилу, мать твою. Вон он ходит. Вон он, сука. Где, блядь, выходим? Сколько тут их? Один? Один, судя по всему. Сейчас я его запилю, нахуй. Дверь меня запили. Блядь, ты чё, нахуй, мудак? Дверь мне запили. А? Все, вроде бы сдох. Какая темная комната, неприятная на самом деле. Свет, блядь, ну свет ключи. Вот это ведь по-любому выключатель какой-то. Лечебный напиток. Отлично. Наш фонарик даже с такой темнотой не справляется. О, пресса, блядь, какая-то. А в газете ничего интересного. Ну-ка. А это, бери аптечку, ты че? Аптечка. Аптечка. Тут тоже, что ли, типа спальня, что ли? Да, патроны от пистолета, отлично. А интересно, у нас потратились патроны тут на этого чувака? Ну-ка, сейчас глянем. 50? Нет, не потратились. 50. Интересно, это много? Или мало, блядь? Хрен его знает. Ну, что тут? Газета. Газета. Даже с фонариком очень темно. На самом деле. Не видать ни пизды практически. Ну. Так вот какие-то фрагменты. Ну. Стулья. Еще что-то. Вон что-то еще лежит. Вот, там же вот по-любому что-то в ящике-то лежит.
Очень обламывает то, что свет не включается, конечно, но это суть игры. Темная такая, бляха, неприятная. Ну, пойдемте сюда зайдем. Здесь что такое? Здесь типа шкаф. Да. Может, мне батарейки садятся? Не видать, ни пизды стало-то. Тут вообще сюда зайти нельзя, в сральник. В сральник, сральник. А здесь что такое? Непонятно вообще, для чего эта комната тогда нужна была. Оп. Картина какая-то, кто-то нарисован. Мужик с бабой, что ли, какие-то. Да. Что-то странно пока. Только из-за патронов, что ли? Стоять. Телефон, блядь. Похоже, телефон не работает. Нет, не работает. Сейчас будем выходить, он позвонит, да? Нет, блядь, ты откуда все это берется-то? Ключ. Бери ключ-то. А я взял ключ от пожарного выхода. Ага. А здесь тогда что такое? Это прачечная? Обычная стиральная машина, ничего интересного. Патроны я вот вижу, блядь. Взял патроны к пистолету. Отличненько. Все, больше нет ничего такого. Вот помойка открывается? Нет, не открывается. У нас два ключа есть. Так, это мы все прошли здесь по этажу, что ли? Ага, еще осталось в другую сторону сходить. Ну да, там выход. Блядь, эти решетки эти сраные. Кто? Где, блядь? Где, сука? Ага, ползет, ползет, ползет. Вижу, блядь. Заводи пилу, нахуй. Так, готов, нахуй. Готовченко. Так, я дверку пропустил. Задний ход. Блять, закрыто нахуй. 304. Закрыто. Это замуровано. Еще там сколько комнат? 305 замуровано. Лестница у нас есть, кстати сказать. Это третий этаж, да? Третий этаж. Второй. Второй. Нам надо на первый попасть. У нас на первом вообще ничего не открыто. Давайте добежим. Ну, это, наверное, пожарный выход и есть, я так полагаю, да? Или нет, просто лестница выходит. Давайте сбегаем на первый этаж. Глянем, что тут есть. Это второй, да? А, тут заколочено все. А я пилой могу разрубить-то, блядь, всю эту херню? Нет. Блядь, а что ты доски-то не можешь распилить? Ты что, чувак? Да обычные же доски-то. Ничего такого в них нету. Пила-то, блядь. Тут сталюгу можно ей распилить, если постараться, на. А ты доски не можешь. А это что такое? Что за предбанник? Опа. Нет. Какой-то выход запасной, я так понимаю, что ли, да? А теперь здесь открыто. Теперь здесь открыто, и чего? Куда мы выйдем? На улицу? Да, мы вышли на улицу. Ну-ка, я сейчас пробегусь просто, где тут главный вход-то, блядь. Далеко ли? Ну да. Достаточно далековато, я бы так сказал. Вот у нас главный вход. А здесь что такое? Мы тут были? А, мы тут были, да. Тут мусор. Мусор. И там что-то еще застряло у нас. На втором этаже, что ли, я уж не помню. Вроде бы да. Охренеть, блядь. Надо как-то протолкнуть тогда, что ли? Вот тот мусор. Я только понятия не имею, как, блядь. Первый этаж, да? Да, первый этаж, первая комнатенка. И, конечно же, она закрыта. Давайте-ка я сейчас сохранюсь. Закрыто. Угу. Здание лестница.
И, друзья, наши похождения мы продолжим следующей ночью. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Малдер. Всем приятного просмотра, до новых встреч и всем пока.